Всем привет, друзья! Мы, получается, от Вани Фейса смотрели альбомы Revenge, Villon, Playboy, Hate Love, No Love, Slime на канале есть. Клипы смотрели Меган Фокс, Гоша Рубчинский, Бля Фейс, вот ты флексишь, Мой Калашников, Юморист, Вуф. И мне похуй, да, вроде бы на канале тоже есть, ребят, в плейлистах можете все найти. Сегодня смотрим не вышедшие песни Вани, это «Никотин», «Тренды», и «Я ненавижу людей», «I hate humans», «Ненависть». И глянем еще код, вы меня просили. Погнали с «I hate humans», начнем. Я ненавижу людей, я ненавижу людей. Запомни, сука, я ненавижу людей. Я ненавижу людей, а за что я любил? Я ненавижу людей, и всех надо убить. Я ненавижу людей, ты за что я любил? Я ненавижу людей, ненавижу всех людей, а за что мне их любить? Если вижу человека, я хочу его убить. Я хочу достать свой блок и его пришить. Он не знает, по кругу я не буду говорить. Я ненавижу. Конечно, согрешили. Но сказал я о деньгах, но мы не заплатили. Понимаю то, что говорят о суках, это правда. Если бы я кинул кэш, она была бы очень рада. Много сук, выбираю двух, ставим в круг. И они сосут, это сургут. Говори, держи всегда, нахуй всех друзей и блядей запомнил. Я ненавижу этих людей. Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Если ты не убить, я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Ненавижу всех людей, а за что мне их любить? Если вижу человека, я хочу его убить. Я хочу достать свой блок и его пришить. Он не знает про подругу, я не буду говорить. Ладно, я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Посмотрите на нее, как она себя ведет. Флексит в интернете за шматье, она уже дает. Посмотрите на него, как он себя ведет. Сучий парень, ты под каблуком, она тебя ебет. Видишь того долбоеба, ипотека и жена. Видишь эту суку на хуе, это как раз она. Она хочет дать мне денег, я даю их ей сам. На работе много премий держит по вечерам. Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Ну а за что любишь? Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Если бы у меня была такая песня, типа, я бы тоже не стал бы выкладывать, да, там куда-нибудь на альбом или как сингл, да, потому что прям реально обращение к людям, то есть, типа, ненавижу людей. Не знаю, мне кажется, ну, то есть, ну, типа, песня прикольная, да, но она не дотягивает до уровня, да, то есть Ванечки, да, так сказать. Ну, прикольно, ничего не могу сказать. Слушаем дальше. Тренды. Ох. Давно очень слушал. Фейс? Конверс и фишка за доллар и узи. Ты пришел за траблом, и мы тебя загрузим. Мне не надо денег и всех этих брендов. Я вертел на хуе каждый из трендов. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать. Обложка классная, на самом деле. Мне не надо денег, чтобы трахать. Ну, это типа фотка, да, у него была такая. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Я бил свою подругу, а родители молчат. Хотя вроде все нормально, мертвые не говорят, не говорят. Она терпит, она хочет, но не может настучать. Если ты залез в мой бизнес, я могу тебя прижать. Они достают айфоны, когда видят где-то нас. Понимают, это первый и последний шанс. Можешь от меня никогда, либо здесь и сейчас. Но кидаю ей таблеток, после заряжаю газ. Она тянула руки, раздвигала свои ноги. Нахуй интернет, хотя в интернете мы боги. Весь такой Алиэкспресс, ты такой убогий. Мне тогда на вас всех, у нас разные дороги. На твоих ресницах бой, тогда на моих сразу радость. Ты играла свою роль, не забывая про жадность. Ты думаешь, что так все просто делать эти треки. Твоя сука мне сосет, даже не снимая брекет. Да спасибо хейтерам за то, что делают мне кэш. Без комментов в интернете я бы умер, будто сэш. Был бы хилый, был бы дохлый, ну а так вполне здоров. Да, я знаю запах денег и убить за них готов. Лицемерие — это я. Я обведу вас вокруг пальца, не оставив ни рубля. Да я слепой, да и круг, я глухой, что за звук. Мне не надо даже денег, чтобы трахать ваших сук.
конверс, и фишка за доллар и узи. Ты пришел за траблом, и мы тебя загрузим. Нам не надо денег из всех этих брендов. Я вертел на хуе каждый из брендов. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. 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 Очень классный момент. Лицемерие, это я. Это я очень отчетливо помню, то есть, когда я его слушал давно еще. И помню этот момент. Лицемерие, это я. Очень классный трек, прям мне очень нравится тоже. Победу, классно. Не знаю, этот бы трек бы я, типа, выпустил, мне кажется. Давайте глядим Red Rose. Я тоже давно не слушал. С вами будет интересно глянуть. Жаль, что не полностью этот трек, ну типа, что вырезали отрывками, да, там. Слезы и наивный страх. Она плачет красной розой. Кровь наполнила глаза. Под поцелуем сладких смерти я останусь на губах. Обо мне напоминает каждый шрам на ее руках. Я мечтаю видеть слезы и наивный страх. Она плачет красной розой. Кровь наполнила глаза. Под поцелуем сладких смерти я останусь на губах. Обо мне напоминает каждый шрам на ее руках. Ну это все, да? И там было что-то там, он когда говорил на в трансе, типа там, я мечтаю видеть звезды, она плачет красной розой, кровь заполнена на глаза, поцелуем. И там что-то в конце, я дарил цветы только взрослым людям, что-то, да, вот такое, да, было. Очень классный трек, но жаль, что его не будет реально. Так обидно, да, ребят, то есть, обидно все-таки. Ладно, погнали, код, слушаем и закончим никотином. Кошки, мышки, кремленный вспыш. Я для людей я бог, но я даже их не слышу. Кошки на мне, что я должен с этим делать? На самом деле, в 2018 году я вот этот трек, когда ехал там маршрутки, да, там на учебу, с учебы, постоянно гонял в ушах на самом деле. И, бля, в фейс вот ты флексишь, что ж. От шалавы до шалавы продолжаю бегать. Real trap shit. Фейс. Ну что хочу, ты и делай. Записал трек, сделал поставил, просто не шарится. Просто не шарится. Кот. Ты разбитый кот, я богатый кот. Богатый. Твои кошки у меня зависают круглый год. Мои лапы это Adidas, Ralph Simons. Моя тачка это новый бинер. Твоя кошка принесла котят. Это не мои котята, забирай назад. Ничего не должен людям, я хозяин себе сам. Ты разбитый кот, это видно по твоим усам. Сплю, когда я захочу, на кровати я лежу. Барбери постельное белье в коробках не сижу. Мы разбитые коты, это видно по глазам. Если хочешь меня видеть, 10 тысяч гонорар. Ваши кошки лежат там, ваши кошки лежат там. Ваши кошки лежат там, где ты лежишь себе сам. Ваши кошки лежат там, ваши кошки лежат там. Ваши кошки лежат там, где ты лежишь себе сам. Все мои коты стреляют так же, как стреляю сам. Надо вискас треповать, чтобы был всегда проплан. Не смотри, что я красивый, это зрение обман. Я тебе домашний кот, но я с улиц навсегда. Кошки, мышки, кэтленный вспыш. Я для людей я бог, но я даже их не слышу. Кошки на мне, что я должен с этим делать? От шалавы до шалавы продолжать. Продолжаю бегать. Эй, я кот.
кот, 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 лед, лед, кот, 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 кот. Ты разбитый кот, я богатый кот. Твои кошки у меня зависают круглый год. Мои лапы это Adidas, Ralph Simmons. Моя тачка это новый бимер. Ты разбитый кот, я богатый кот. Твои кошки у меня зависают круглый год. Моя лапа это Adidas, Ralph Simmons. Моя тачка это новый бимер. Это очень классный трек. Face, кот, кот, кот. Эй, фейс, фейс, кот, кот, я, эй, эй, я, эй, эй, фейс. А, он был на самом деле еще в 2015-м, да? Вру, ребят, я его слушал не в 2000-м. В 2018-м, а в 2017-м, да, наверное, где-то так. То есть он был записан в 2015-м. Я познакомился с Ваней, с Фейсом в 2016-17-м, где-то так, да. Ну, там после Гоши Рапчинского познакомился. И потом начал треки слушать. Кот там, да, бля, Фейсил, ты флексишь, постоянно гонял. Классный трек, очень балдежный. И никотин, закончим никотином. Обложка вот эта прям, ну, не знаю. Я его знаю из тысячи. А бит это не его, типа, ну, то есть... Он его не покупал вроде бы, поэтому что-то не вышел трек, да? Этот никотин проникает в твою кровь. Этот никотин, любовь. Этот никотин, чувствую дыхание. Я в руках у смерти, так что, сука, забирай меня. Этот никотин проникает в твою кровь. Этот никотин заменяет мне любовь. Этот никотин заменяет мне тебя. Этот никотин, в нем я потерял себя. Этот никотин проникает в мою кровь. Этот никотин заменяет мне любовь. Этот никотин заменяет мне тебя. Этот никотин, в нем я потерял себя. Скажи мне, зачем ты клялась мне быть верной? Теряюсь, где вера, где ложь, где манеры, где правды, пределы, где сон, а где жизнь? Ты дышишь, не дышишь, скажи. Нет, лучше ничего сейчас не говори. Слаще твоих губ жить каждый день во лжи. Ярче твоих глаз даже Дживанши. Даже Дживанши дороже стоит, чем слова твои. Этот никотин проникает в твою кровь. Этот никотин, любовь. Этот никотин, чувствую дыхание. Я в руках у смерти, так что, сука, забирай меня. Этот никотин проникает в твою кровь. Этот никотин заменяет мне любовь. Этот никотин заменяет мне тебя. Этот никотин, в нем я потерял себя. Этот никотин проникает в мою кровь. Этот никотин заменяет мне любовь. Этот никотин заменяет мне тебя. Этот никотин, в нем я потерял себя. 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 Потерял себя, эй. Потерял себя, эй. В нем я потерял себя, эй. Реально, очень балдежный трек. Потерял себя, эй. Искренне и очень душевно. Yeah.
получается, обложка, скриншот со снимка этого трека, не понимаю, почему не вышел. Что там отвечали? Потому что трек старый, потому что авторские права. Что за бит? Такой же вопрос. Когда трек он его записал? В 2016-15. До Revenge пишут люди. Очень классный трек, ребята. Надеюсь, вам тоже нравится. В принципе, все классные треки послушали. Где-то... давайте еще, получается, такой сделаем видос, да? Но он уже будет... получается, у меня будет видос следующий по фейсу. Это альбом 12. А потом после альбома 12 будет уже, типа, не вышедшие песни, да, ребят? И там еще EP у него. Это что-то там... Где там эти... Песни Венс и Январь, что-то там-то. Такие песни. В общем, все, ребят, давайте 20 лайков, и будет следующий видос. Всем, ребят, удачи, пока. Подписывайтесь на Инстаграм. Инстаграм обязательно, ребят. Инстаграм, канал, Ютуб. Лайк, комментарий, подписка. Все, ребят, всем удачи, пока.